Нельзя недооценивать бундерлогов. Они уже натворили много всего. И натворят еще. Ты пострадал, я обжегся, и неоднократно. И это будет продолжаться, продолжаться и продолжаться, если мы их не остановим. Я просто предлагаю свою помощь. В критический момент прикрыть твою спину. Вот и все. Нет, Илюх, я понял твою позицию. Спасибо тебе, конечно, за помощь. Но конфликт с Кремневым и бандерлогами перерос в личное. А личные проблемы я решаю сам. Ты хорошенько подумал. Конечно. Но это твое решение. И... Я не отказываюсь от своих слов. Я решу все сам.